Они трепетно поддерживают друг друга под руку и по праву гордятся тем, что дожили вместе до таких драгоценных юбилеев. Золотые, изумрудные и бриллиантовые юбиляры семейной жизни в этот день вновь, как и много лет назад, обменялись клятвами верности и поставили свои подписи в юбилейной памятной книге. Хочу вам пожелать и в дальнейшем оставаться такими флагманами развития, не побоюсь этого слова, развития семейных ценностей и традиций, а мы всегда должны гордиться вами и, конечно же, равняться на вас. Дай Бог вам всем здоровья и, конечно же, дальнейших вам семейных благ и успехов. Поздравляю вас! Поздравить юбиляров в этот день пришли заместитель начальника Ленинского управления социальной защиты населения Андрей Миков и настоятель Ильинского храма села Дыдылдина священник Валерий Мурадов. Не остались в стороне и совсем юные жители нашего района. 25 и 25 – золотое диво! Как приятно поздравлять двух людей счастливых! Как приятно обновлять кольца золотые! И, конечно, повторять, мира вам, родные! История семьи Усольцевых бриллиантовых юбиляров началась еще в детском саду. Мы знакомы с ясельного возраста, так что вот ходили в одну, не в одну группу, он постарше, я помоложе. И вот он там поприметил, заметил, понравилось в яслях, а потом уже подрастали и... Потом подружились, а потом уже поженились. Оба всю жизнь трудились на одном предприятии. Он бульдозеристом, она занималась делопроизводством. Когда вышли на пенсию, переехали к сыну в поселок Развилка, где живут уже более 7 лет. На вопрос о секрете семейного счастья отвечают лаконично и просто. Терпение и уважение друг к другу. А ссоры, ну, как без них? Ругается, потом быстро отходит и все. Влюбился. А история любви Валентины Васильевны и Вячеслава Андреевича Семиных началась в поезде «Москва-Ереван». Девушка после окончания пищевого техникума трудилась в вагоне-ресторане, а молодой человек работал заведующим производства. Поженились они спустя 3 месяца после знакомства, и вот уже 55 лет счастливы в браке. Полюбили и до сих пор любим и живем. Вот прожили мы 55 лет вместе, вдвоем, и у нас дети, 2 сына, внук. Очень гордимся внуком. Он у нас видно, здесь играет мотобол уже 15 лет. Да. Мастер спорта, чемпион Европы. Спасибо. Спасибо за искренность. Спасибо вам. Вам, самая главная искренность – это вы пример для нас. Вот это искренне. А вот золотые юбиляры Минахай Ханмухамедович и Дина Хусаиновна познакомились в санатории Ташкента. Она работала там врачом, а он, молодой учитель, приехал на лечение. Сейчас Минахай Ханмухамедович на пенсии, а Дина Хусаиновна в свои 78 лет продолжает работать окулистом. В этот праздничный день поддержать юбиляров приехали их дети и внуки. У меня папа, он вообще голубь мира. Да, мама у нас тоже, она очень добрая, и по специальности у нее соответствует, она врач, она дает людям свет. Все трудности даются, наверное, сверху, а нужно проходить вместе с уважением, с терпением, с благодарностью с какой-то. Поэтому я думаю, что вот столько лет вместе. Праздник получился светлым, жизнеутверждающим и очень музыкальным. После торжественной части юбиляров ждал фуршет с песнями под баян. Екатерина Борисова, Евгений Садовский, Елена Кошелева. Видное ТВ.